Всем привет, с вами снова Филранис, мы продолжаем проходить Road 96. Начинаем новую игру плюс, посмотрим, что будет, если пройти на другие варианты. Пока не знаю, на какие буду проходить, я вообще, в принципе, купил стимовскую версию, но, как видите, сохраненка у меня та же. Это, в принципе, даже к лучшему, мы сразу сможем все посмотреть, все, что я здесь добыл. Вот. Вообще, я бы хотел посмотреть, что будет, если мы пройдем... Чтобы все шли голосовать за эту тетку, которая здесь типа все изменит. И просто что будет, если мы просто забьем болт на это. То есть, возможно, пройдем эту игру мы еще в двух вариантах. Также посмотрим, что будет, если там, например, не ответить на все вопросы бандитов и все в этом духе. Ну, поехали. Начинаем мы 11 июня. Кажется, за девушку. В процентах у нас почему-то все так и осталось. Во всем остальном. Ну, сейчас я бы хотел пройти с выборами. Посмотрим, что нам это даст. I'm here at our nation's border under National Mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. If you don't remember, hundreds died that day when a brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain. Кстати, не помню, в прошлый раз начиналось так же или нет. По-моему, так же. Тут сидит Леха, играет. Точно. Unit 2 here, on my way. Over. President Tyrak, the man who built the border wall behind me, protecting our nation, will be there. Protecting our nation? Ha! This event promises to be a solemn moment, and a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh, total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story as it unfolds. This has been GNN Sonia Sanchez reporting live. Род 96. Так, у нас с вами, в принципе, все есть. Реально. Если мы сейчас начнем там же, где и были, то есть там со встречи с медведем, то... Ну, реально, мне кажется, вот новая игра плюс намного интереснее сейчас пройдет за счет того, что у нас уже все есть. Мы все везде можем посмотреть, полазить. Посмотрим все три концовки. Три разных момента. Слушайте, а по-моему, этого даже не было. Здесь, по-моему, каждое прохождение будет интереснее. Beta Bigot to me. По-моему, так называлось, когда мы были с медведем в первый раз знакомы. Но что-то я не вижу его грузовика нигде рядом. Happy Taxi. Так, у нас ни хера денег, у нас ничего вообще нет. О! Вот про это я и говорю, будет интереснее проходить, я думаю. Потрясающе. Себе на заметку, код к сейфу. Ага. Еще себе на заметку, меняй код каждый раз, как опустошаешь сейф. А нам уже похер. Так, нас тут не было. По кайфу. О, прикольно. Ну и ладно, мне что-то и хотелось. Ну, тут уже ничего не меняется. Так, мы портим по-прежнему портрет этого дядьки. Оставляем Долорес. Тут нихера нет. Тут нихера нет. Тут тоже нихера нет.
О, можно что-нибудь купить. И еще и отдохнем вообще шикарно. Еще, кстати, интересно, что будет, если, например, мы позвоним, узнаем что-то о передатчике, позвоним, расскажем. Но это, опять же, мы сделаем лучше это... как сказать... в третье прохождение. То есть мы запорим прям все, будем идти на... You're awake. Good. You were sleeping on cardboard. I couldn't have that. No. Personally, I find it cozy in here. Just you and me. Together. Ooh. Don't worry. I just need your help. With a little problem. Интересно, жопа болит? Нет? Uh-oh. Could be a cop. They're patrolling motels looking for missing teens. Teens like you. Парнух смотрит, ля. Oh, hi, Steve. The ice machine is down. Oh no. Oh, you found my little problem. Good. Да, я смотрю, НГ плюс поинтереснее будет. I need your help with that. Помогите! Маньячина ёбаной! Hey, see that face on the TV? Soon it will be gone. Now, come on. Let's give our little friend here a nice hot bath. He could use some cleaning up, don't you think? I see what you mean. Oh, no. I forgot the soap. No, you don't know what kind of soap is best. Get the cop into the tub. And don't try to escape. I'll know if you do. Хм. Прикольно. Отличное мыло, да, моет здесь все. Ебать, копай. Вот это начало. А что-то думал, мы медведя встретим. Watch you back, Соня. А что мне делать-то? Did I hear knocking? Ключей нет. Где ключи? Open the door. And keep your mouth shut. Or you'll take a bath. One more thing. Oh, is Jared here? I saw him get a gas can from his trunk. Oh, okay then. So, there's nothing I can help Jared with. Phew, what a relief. Oh, I see Jared's watching the boob tube. Is the reception to Jared's liking? Oh, okay, good. Well, tell me if Jared needs more channels. Is everything okay? They can go away. What's that smell? You guys grilling in there? Fine, but you don't have to be rude about it. Close call. Yeah,
helping me with my little problem. Нихуя, у нас денег, блять, со старта. Кстати, есть один момент, да, там, я помню, еще бандосов, когда мы встречаем, они вроде что-то грабить должны. Братан. У тебя там ванну принимает. Say what now? Oh, hi, Jared. Steve is dead, and it's all your fault. Oh, I see. I won't get angry if you aren't. Not this time, anyway. Bye, kid. Охереть. Ну ладно. Хороший был Стив. Ключиков у нас, конечно же, нет. А чё по старинке автостоп? Недалеко мы уехали. Я даже знаю, с кем мы едем. Something in the way. You're lucky I found you. Know that? А, я думал, мы с Лёхой. Both of you. I am, actually. It's over. I can go home now. Not far from where she found you. Must be a hub back there. Be careful. Yeah, but that's behind me now. Sounds lame, but I can't wait to sleep in my own bed. Right, and have a home-cooked meal? Prison food has to be better than what I've been eating. Hey, what are you talking about back there? To the nearest station, where you can call your parents. I recognize you from the missing posters. Both of you. Your folks must be worried sick. Чё бы тебя спиздить? Лёха. Лето 95-го. О, прикольно, я родился уже. Actually, I'd welcome a little chit-chat, kid. My job can be awfully quiet. Of course I have thoughts. Not really. Sorry. Your preferred candidate's been... Так, топим за сенатора. All units, we have a code 10. Brigade radio communication in progress. The source is coming from somewhere just off Route 42. Over. Today's my lucky day. I'm gonna finally find this brigade transmitter. Unit 2 here. I'm northbound on 42. Over. These brigades. Promise me something, kids. Stay away from them. Hey, got a question for you two. Any chance you've come across a kid with glasses and a little computer? Papa Bear to Mama Bear. You copy? Now's not a good time, Papa Bear. I got two kids in the car. Over. Where are you? You okay? You sound worried. Just stay off Route 42, okay? Promise me, Mama Bear. You broke up. Papa Bear, you still there? Is it me? Or is that billboard ahead? See me. Thank you.
О! Бабосики, мать-то живая. Спасем Фаню. Go, kid. They'll think you had something to do with this. Херасит, то есть. Я пешку автостопом проехался чуть-чуть, а с Фанни вон сколько. Ну заебись. Smells like teen spirit. А, это мы проходили, да. Да-да-да-да-да-да. Огонь. Это я даже знаю, с кем будет. Так, ну продолжаем топить за свое. Go World. You're gonna vote, right? Конечно. Oh, okay, good. You know, that's another reason Tyrak sends you teens, you know where. So that your vote can't be heard. That's Zoe on her trumpet. Careful with that one. She's trouble. Каталюб. Так, тут ничего. Бля, будет прикольно, если еще и ачивки все соберу. Где бы сейчас коммуниздить? Ой, хер с тобой. Just give me the money and I won't call the cops. A guy got stabbed here 2 days ago and they never came. The cops aren't gonna show for this. Так, где бы что скоммуниздить? Ничего нет. 41.66. Что бы это могло значить? Так, радиопередатчик нас не интересует, это мы будем в следующий раз чекать. I don't need your money, man. Who are you? Her attorney? No, I don't have proof. She turned off my security camera. She's a criminal mastermind. Да сто пудов. You teens, I don't need the hassle. I'm out of here. Идите. You didn't have to do that, you know. I was handling it. Oh, I've met worse. Believe me. Anyway. Welcome to the Night Skies Campground. If you like crappy trailers, this place is the best. Then I guess you found your paradise. Нашел. А, я за девушку играю, ну окей. Go up there to the office. But the owner won't be happy to see you. No sweat. Hey, don't become roadkill out there, okay? You said you'd give
give me another week. Так, тут все тип-топ. 41-66. О, бля. Не зря циферки запомнил. Нихуя нет. Нихуя у нас денег. Больше, чем на той вечеринке. В какой там третьей, по-моему, серии была. Так, плакатики не портим. This is 191.9, the voice of the brigades. This is your papa baby here. With the upcoming fraud of an election, more and more countries are calling for the resignation of Tyrant. I mean, Tyrak. But will he step down? Of course not. Which is why, we must resist this man and his government as much as we can. Hey, and now, here's you a tune from a fresh money? New band. Remember, Papa Baby yes. loves you. Nice, nice. You left the radio can outside, Denny. Turn it off. Ah, not $3, похуй. And that's why the road is gonna eat you alive. Да и похер. Чё-то, кстати, кассеты не попадаются. О, да, я помню этот музон. Кэшбэк. Anybody here? Так, тут ни хера нет. Чувак! Здорово. No one can really dance with me. I'm on another level. Knock yourself out. Не, ну это нельзя не сделать. See what I mean about not being able to dance with me? What? I can't hear you over the music. You don't need to scream. Go talk to the owner in his office. There's some cardboard right there beside that guy, but he's a snorer. Спасибо. I don't usually give money. Ой, ничего себе, еще $3 дал. Спасибо. But you seem, what's the word? Pathetic. Эй. Бля, я хочу в трейлере попробовать поспать. Не? Ну и хер с вами. You look lost. If you want to run a trailer, go up the stairs to my right. Справа от меня. And talk to the owner. Otherwise, find the dancing guy. There's cardboard near him. А, все, я понял. Здорово. What do you want? I got trailers here. Trailers you can sleep in. If you got the dough. А, интересно, в чем разница? За $50 или за 25? Давайте за 25. Let me show you to your spacious trailer. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong. When you left an open door, I couldn't help. So I took off with no plan. Thinking that хуя себе до полного. Hey, wake up. Come hang out. Wake up, самурай. Блин, не устану вспоминать этот прикол.
понятно, где бы я не спал, все заканчивается одинаково, просто тут у меня как бы побольше отдохнул, получается. I left home at the start of the summer. I wanted to get out of Petria. Like you, I think. It's what it feels like. My dad thinks I'm on a big road trip. Truth is, I'm never going back home again. To have a normal life? My dad says I'm lucky because I have a privileged life here. But that life disgusts me. Especially now that I know... never mind. I don't know. Only about 1% of us do, or so I hear. Ни хера удается 4 из 6. Или скольким там. Какой вопрос был? Well, ну ладно. Hey, why don't we play a little music? Ой. Let's play Bella Ciao. I used to play this all the time. You know. Come on, don't be scared. Give it a shot. Not bad. Not bad. Okay, now let's try it with the music. Сейчас попробуем идеально сыграть. Что ручки вспотели. I should be recording this. Great. I think he is this time, but don't sweat it. I was gonna leave anyway, but I'm just sorry for you. You're in a hurry to cross. I like that. Well, we should probably start packing, huh? Good luck out there. Так, таксон смысла нет. Давайте попробуем на автобусе. Хуя себе, меня автобус, блядь, повез. Лёха, ЛФО. Тоже что-то новенькое. Приветики. Hey, homegirl. You're wondering what I'm doing. Just hacking into Super Supper to give everyone in Petria a free burger. Those capitalist pigs need to spread a little wealth around. What about you? Dang, girl, you hungry? Been on the road a while now, huh? Well, guess I'll get back to hacking this Burger Megacorp. You should take a snooze on that gnarly pillow behind you. Gonna need energy for the road. Скомунякать нечего, да?
Yeah. Be careful with what you eat. Try to avoid rotting food. But, you know, beggars can't always be choosers and all that. True, true. Alex, you there? I'm here. There's a receiver inside. Not bad, right? Built it myself. Is it safe, Alex? Totally safe, Mr. Ursus. Like always. He's a friend. I'm helping him in his club in exchange for info. Info on my bio parents. They were in his club, too. I'm about to switch on the you know what, Alex. And I need to know if there are any you know what in the area. Look, I'm gonna level with you. Maybe it's stupid to do so, but I feel like I can. Mr. Ursus has an illegal radio, and he wants me to check on the cops to see where they are. I heard that, Alex. Ain't gonna lie, it has its benefits. Sorry, Mr. Yu. Can't help you today. Too busy trying to make it rain beef. No worries, because homegirl here on the bus can. Don't worry, yo. It's simple. Even an adult could do it. Go ahead. Turn the scanner on. Whoops. Total cerebral flatulence. Forgot the bats. Here. Just gotta put them in the right way. No sweat. Now, we gotta check the amplifiers. Open that mofo and flip the switches. Хуя себе. Вот это я везунчик. Я думал, придется дольше запоминать. Но обычно они рядом вряд ли будут располагаться, поэтому восьмерку надо собрать, что ли. Восемь вольт. Три. Четыре. Один. Meters need to be very bright. By the way, Mr. Yu, when are you gonna tell me more about my parents? Yo, you're picking something up. Unit 8, you copy? Over. Unit 8 here, camped outside the gas station. Not a for now. Over. Keep looking. You got donuts? Over. Coast is clear, Mr. Yu. They're still at the old spot. Broadcast away. Mr. Yu finds spots where he can do his little radio show. You should hear his radio voice. Cracks me up, man. Thanks, eh? And, homegirl, beside, eh? And Alex, make sure you reach out to your mom, okay? I'm sure she misses you. Sure, whatever. Thanks, homegirl. Here, for your help. Now. Time to give the citizens of Petria free beef! And boom! Oh no! Trojan horse is down! Well, at least 347 people got free burgers. I can live with that. Next stop coming up. Oh well. This is where I get off. Stay fresh, моя остановочка. And good luck out there. Покасики. О, ничего себе, мы уже доехали. Крутяк.
хреново это место. Тут закрыто и не открывается. Шухер. Охренеть, бабла насобирал. Так, ну что, идем сразу к пещерке, наверное. Может, кажется, тут проверить, но мне кажется, тут ничего особо не добавилось. Кассетки мои тоже все целые. Да, красиво. Превьюшку поставлю. Так, голосуйте все. Добавим камешек. Так, ща покемарим тут. Можно, в принципе, бабосиков оставить. Взять подарочные, оставить. Не-не-не, я оставлю. Давайте 40. Так, ну и немножечко отдохнем. В принципе, у меня есть 50 баксов на пропуск. Ну да. Я не помню, только там надо будет кому-то платить. Нет, там эти взятки и прочее. Мне кажется, меня сейчас провести должны будут. Пробовать проехать на фургоне я что-то пока не очень хочу. Хотя у меня полностью вся шкала, можно и рискнуть. Ну блин, у меня нет, слишком много денег. Не хочу терять. В никуда. По идее, мы еще, наверное, две встречи с Фанни будет. Одна с Джоном, со Стэном и Митчем, с Соней, с Джародом. Здорово. А, ну вот, можно попробовать. Свинья-копилка. Не, я попробую выйти здесь. В фургоне может быть следующим заходом, когда денег не будет. Give me a good reason. Should have said so.
talk to my boss at Camp's entrance. She can hook you up if you got the dough. Так, бабло у нас есть. Maybe I can help with that. The important word being maybe. That's enough, all right. А, окей, карточку отдали. Okay. И на всякий случай даже есть пограничнику отдать. Кстати, история с Алексом полностью пройдена. Я так понимаю, новенького мы уже ничего не встретим. Okay. Before we go farther, I'll need what we agreed on. Она еще 50. We've got some walking to do. Не понял только, зачем я дважды ей заплатил. Ведь хоть меня пугать. I tried to cross. I guess my night vision is non-existent. I have some money. Can I walk with you? I'll need more than that, kid. I really owe you. Come on. Хорошо, что я... Блять, ну кто так ездит-то? Ёпта, чтоб тебя глушитель отвалил, спидер. Пойдем. Хорошо, бабла много взял. Я не знаю, блять, мне 15 баксов осталось. Light ahead should be the guard I know. Впереди должен быть мой знакомый пограничник, оставайся тут. Ну шо? Смотришь на меня, блять. Самому страшно. It is him. But since there are two of you, he'll want more. I know it. Блять. Give me the money or I walk. Да ну нет у меня. Good luck with the guard. I'm out of here. Блять, Please сука. Tell me you're good at convincing armed adults. Stop. And? You're seriously trying to bargain right now? You got guts, kid. Fine. But this is as low as I go. No way. Hey, hope you have your running shoes on. I'll show you. Two kids just got past me. They're trying to escape. Get back here! Бежи, бежи, ебать твою, тебя сейчас застрелят. Ты знаешь об этом? Давай, 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 давай. Давай вперед. Меня ёбнули, да? Да, меня арестовали. You've been arrested. Ну, все как в прошлый раз, в принципе. Бля, охуя, столько денег было, пиздец. Короче, через границу нереально попасть. Если только все деньги с собой надо было брать. Охренеть. Еще сотка пограничник, пиздец. В следующий раз в фургоне полезем. Главное, подкопить сил. Чтобы хватило на задержать дыхание и все. But for one journey that ends, others are only beginning. Не, может было бы, конечно, самому сбежать, но я чуть не туда чкнул, я думал, парень меня подтянет. Ох, ладненько, чё, второй эпизод в следующую серию пойдет у нас. А сейчас с вами был Фиоранис. Всем пока и до новых встреч.